всем! Сегодня я вам расскажу, как можно путешествовать по миру, как делаю это я, совершенно бесплатно, из любой точки мира. Имея вашу недвижимость, сегодня в деталях я вам расскажу, как вы можете ее менять с другими владельцами недвижимости. Сегодня я вам расскажу, как я в прошлом году летом поехала в Париж, отдыхала в одной квартире на Монмартре, совершенно бесплатно целую неделю. И это реально. И самое главное, что это надо просто попробовать. Значит, рассказываю схему. Ценнейшее видео, дослушайте до конца. А в следующем видео я вам расскажу, как куда я еду в этом году. Совершенно бесплатно на 10 дней. И даже покажу вам уже через 2 недели, как все прошло. Итак, в прошлом году я решила ехать в Париж и посмотрела все цены. Это где-то, если жить в самом центре, это будет по 100, по 150 евро квартира на день, может даже больше, смотря какая квартира. Но если мы говорим о монолокале, то о студии в самом центре, допустим, на Монмартре, то это где-то 100-150 евро в день. Значит, считаем, да, надо 700-1000 евро на поездку. То есть не на поездку, а на сам отель. Ну и плюс остальные расходы. Вот. И я подумала, как это можно сократить. И услышала, рассказывали в одном видео итальянцы, что есть такой сайт Home Exchange. Вы регистрируете свою квартиру как хозяин, платите 150 евро, и у вас начинает работать этот сайт, потому что без проплаты, ну это минимум просто проплаты, у вас этот сайт как бы есть, доли есть, но обменять вы их не можете, потому что вы когда регистрируетесь, там у вас сразу доли, guest point называется, это как бы евро, идут ну вот в эту проплату. На ваш счет. Эти guest point, потому что там не существует обмен деньгами. Там существует обмен, либо они к вам едут в вашу квартиру, а вы едете в их квартиру, либо вы платите guest point, которые вы накопили, и едете туда, куда вы хотите. Ну, вот смотрите, я еду второй раз, и в общей сложности у меня уже получается 3 недели путешествий совершенно бесплатно, потому что ко мне еще никто не приехал, к сожалению, вот. Но я уже второй раз еду. И смотрите, я выбрала квартиру, я написала 50, может быть, 100 человекам одно и то же месседжо. Там очень удобная вообще схема. Тут ты когда первое месседжо составил, там уже второй раз пишешь письмо, оно одно и то же просто копируется и отправляется всем людям, где ты выбрала на карте квартиры. Я написала, и мне ответили несколько человек. То есть из 50 вам могут все там написать дезуле, извините, извините, у нас все занято. А некоторые вам ответят: да, пожалуйста, приезжайте. И, в общем, одна девушка с Монмартра, это чудо какое-то. Квартира полностью, я не верила в такое, потому что, ну, путешествуя с Airbnb, путешествуя с Букингом, ну, ты как бы анализируешь, где находится обычно, как-то далеко, все, это прямо квартира в прекрасном месте, супер оборудование, то есть там супер, там все было, начиная там от фена, шампуней и заканчивая вообще прекрасным бельем, то есть полностью экипированная квартира. А когда мы приехали, я не верила своим глазам. И, в общем, так начался мой опыт с Home Exchange. Но там есть такая одна интересная система. То есть, если вы регистрируетесь по ссылке моей, то вам плюсом, потому что я уже участник этой программы, вам плюсом приходят пункты, 500 пунктов, это как 500 евро более-менее. Потому что квартира одна стоит, ну, от 70 до там 200.
Ну, это как бы как в евро guest points. И вам приходят эти guest points, если вы регистрируетесь по моей ссылке, и мне приходит guest point. Поэтому мы, и вы, и я, мы в плюсе получаемся. Так вот, я в Париже была, я не знаю, может, раз 20 по работе раньше, потому что я ездила на выставки, очень много раз была в Париже, но я его видела из метро и из такси. Я не знала, как устроен Париж на самом деле. И в этот раз мы просто взяли карту и сходили его весь зигзагом вдоль и поперек. То есть я познакомилась со всеми. Мы даже были там в Гарлемском районе, просто мы туда забрели, где там дрались бидонами черные особи. То есть мы были, ну, само собой, там Лувр, Монмартр, это близко от нас все находилось. Мы исходили весь Париж, музеи все посетили за эту неделю. То есть это был такой отдых, такой драйв, такой позитив, я вам не скажу. Просто и отношения еще хозяев квартир, да, так как они тоже получаете гостпоинты, они также пишут везде, в общем, и кто им отвечает, они меняются. Ну, чтобы менять дома, то есть вот ко мне едут, и я еду, это надо зимой, чтобы на лето обменять, чтобы это надо заранее делать, потому что люди заранее планируют свои отпуски. Вы можете это делать хоть на Бали менять, хоть в Америку хотите ехать, там, в Мексику. То есть там есть весь мир. И весь мир людей, которые путешествуют. И путешествуют, некоторые даже по 50 раз уже ездили и обменивались, там видно, сколько раз они были, там звезды получают. Ну, в общем, это такой определенный образ жизни, определенный образ путешествий, который супер интересен. Если у вас есть недвижимость, которую там сдаете в аренду, вот это один из способов тоже приурочить к путешествиям. Потом люди, которые хозяева своих квартир, приезжая в другую квартиру, они уважают как бы эту квартиру, потому что мы из одной комьюнити путешественников, которые уважают друг друга, там на хорошем уровне отношения, не так, как когда деньги платят, что хочу, то и врачу в твоей квартире, нет. И поэтому я вот вам просто советую испытать вот это вот, почему я однажды нашла этот home exchange, потому что вот был какой-то момент, что поиск альтернативных путей во всем. То есть, когда на корону нас закрыли, да, начал мозг хаотично работать, потому что не осталось веры ни во что, ни в деньги ни во что. И я вот узнала о таком сайте, о такой реальности. То есть, люди с определенным менталитетом там внутри. И хочу вам сейчас показать, как это работает уже на телефоне. Сначала заносите, вы делаете ваш аккаунт, пишите, кто вы, что вы, ну, в общем, все заполняете и туда свою квартиру ставите. То есть вот здесь вот моя квартира, и у нее 12 фан, видите, вот здесь вот. То есть это вот моя квартира. Да? И потом вы, например, хотите поехать, ну, допустим, Париж, ну, Лондон, вот, окей, Лондон. Ну, подождите, Лондон. Кстати, это тоже место, которое я хочу посетить. И когда выставляете, ну, допустим, с 11 по 18 июля, делаете конферму, сколько у вас там, 2 взрослых, 1 ребенок, конферма, и вот вы смотрите, 212 guest point, и вы можете также видеть на карте, где находятся эти дома, видите, какие супер дома вообще вам предлагают, 153 разные, вы даже можете выставить до какой суммы вы хотите, вот здесь есть фильтры, и вы выставляете до какой суммы, вот здесь 250 guest point, но вы можете выставить 95, например, это поменьше, вот видите, за 88, за 84, то есть вот смотрите, 11 вообще guest point, это, наверное, комната сдается, то есть это вообще ноль. Это супер. Я могу, кстати, туда съездить. Ну-ка посмотрим. Один из guest point. Это что-то интересненькое. Потому что у меня осталось всего 300 guest point.
Надо посмотреть, конечно, где это находится. Вот вы сюда спускаетесь, и здесь есть должна карта вот быть. И вы можете посмотреть, где это именно находится. В Лондоне. В каком месте? Видите? Kingston Times. Я не была в Лондоне, я только проездом. Но это не самый центр. То есть надо проинформироваться еще, насколько это будет безопасно, чтобы туда ехать. И посмотреть, что пишут об этом. Вот, например, 5 звезд, вот 79, да, вот видите. То есть отличные вообще дома, которые можно посетить. Даже вот на 3 дня съездить в Лондон, ну, в моем случае на 3 дня получится. Вот выбрать квартиру и слетать, посмотреть музеи Лондона. Да, все произошло. У вас есть здесь смс-ки. Так, я вообще захожу обычно через компьютер. Скамби, месседжи. Вот, месседжи. Вот, смотрите, Джульет мне что-то написала из Франции. Значит, Дакорда Наталья. А, вот она тоже хочет, она тоже согласна, чтобы я к ней приехала. Но я к ней не поеду. Потом вот вы можете все это перевести. Я перевожу это на итальянский, там вы можете перевести на тот язык, на котором вы говорите. И переписываться, и также люди сразу переводят. То есть она тоже мне отказала. Вот видите, мы переписываемся. Потом я в Болгарию тоже уже, вот с Эвой мы переписываемся. Поеду в Болгарию, она приедет ко мне, я поеду к ней в Бургас. Потому что там будет суперфестиваль около Бургаса, трехдневный, трехночной. Я на нем была 5 лет назад. Хочу вернуться на этот фестиваль народного костюма, танца у костра. Вообще там будет 5 тысяч человек народу. Это феерическое вообще зрелище. Хочу туда съездить. Вот я с ней уже забронировали мы обмен. Так. Вот я вам хочу показать Инесс, у которой мы были в прошлый раз. И вот смотрите, ее дом в Париже. У нее 2 дома выставлены. Один дом вот этот в Париже. Монмартр, где мы были. Так, и на фотографии он, ну, она сфотографировала на телефон. На самом деле очень крутое местечко. И второй дом у нее в Марсилье во Франции. Вот. Советую вам поехать отдыхать к ней, потому что очень хорошие дома. А сама она живет в Лондоне и вот таким образом сдает. И вот где-то здесь есть и мой отзыв среди всех отзывов. Каролин, Мерседес. Вот я, Наталья. Вот. И все пишут, что очень хорошо, понравилось. Вот такой прекрасный сайт. То есть прямо всем советую, переходите по моему линку. Поэтому, когда вы зарегистрируетесь, у меня будет не 300 guest point, а добавятся сюда какие-то guest point, по-моему, 500 за раз, и вам тоже придет плюсом 500. То есть вы, когда регистрируетесь, вам уже дается что-то около 1000 guest point, но если вы зарегистрировались по линку, по-моему, то у вас еще плюсом придут деньги. Ну, как деньги, вот эти пункты guest point. Ну вот, я вам рассказала, как это функционирует изнутри. И неделю назад, я решила поехать в следующее путешествие в супер место, просто супер место. Я все побережье от Италии до Испании написала людям, которые мне было интересно недвижимость, потому что я за guest point хотела ехать. Не обмен домами, потому что я понимаю, что это поздно, кто сейчас рванет ко мне в дом. За guest point. И мне ответило 2 человека. Одна женщина в Испании, а другая женщина, потом я вам скажу, где, потому что в следующем выпуске вы прямо увидите, где мы отдыхаем. И я проанализировала все билет. И за 3 дня, вот буквально за 3 дня я сделала свою вакансию.
Поэтому вакансию в топ-месте, если это делать такую вакансию, оплачивая, то это выйдет в круглую сумму. И это не так, как это сказать, впечатляюще и интересно, как то, чем пользуюсь сейчас я. Если кто-то еще не знал, я уверена, что очень многие не знают об этом. Пожалуйста, регистрируйтесь, проходите регистрацию по ссылке внизу и будьте в нашей супер-супер дружной команде и путешествуйте по всему миру. Потому что сидеть на кирпиче в своем доме, как бы охранять его, это не самое правильное решение. Надо видеть мир, давать людям возможность посетить место, где у вас есть недвижимость, и таким образом обогащать свой внутренний мир. А сейчас всем пока. Всех обнимаю. И bon vacanze. Хорошего отдыха летнего. Богемная Багира шелка дарить, вина лить, невольница выдра, словно голову заломила, урчишь, смоковница, вчерашнего любовника задушила тьма египетская. Ваши аплодисменты. Это стихотворение я написала, когда много лет назад ко мне в дверь зашла кошка черная. И она была такая египетская, и я написала это стихотворение. Всего доброго, пока-пока, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. В следующем видео я вам покажу Питиому, это выставка мужской одежды во Флоренции. Sono, sai dove sei?